Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Областной бюджет погасит долги Кирова перед Т+. Почти 500 000 000 рублей город должен ресурсникам за отопление, поставленное еще в 1990-х. Есть решение арбитражного суда, по которому Киров должен погасить 472 миллиона. И власти уже предусмотрели в бюджете на следующий год более 100 миллионов в счет оплаты. Однако областные власти приняли решение заплатить компании сейчас 400 миллионов рублей. Оставшаяся часть долга будет в таком случае считаться погашенной, заявляют в городском департаменте финансов. Сэкономленные деньги направят, в частности, на повышение зарплат бюджетников. Оно должно было произойти с 1 сентября на 6,5%. Однако власти этого не сделали. Также теперь власти смогли найти 2,5 миллиона рублей на содержание бесплатных катков этой зимой и на обновление оборудования столовых детских садов в Кирове по 10 миллионов ежегодно. Программа «Экономика». Бюджет Кировской области оплатит достройку домов дольщиков. Об этом рассказал министр строительства, энергетики и ЖКХ региона Игорь Селезнев. Это дома, за которые застройщикам хотели дать бесплатно землю в городе. Однако интересных участков не нашлось, как и желающих заниматься завершением долгостроев на Орджоникидзе-2Б, Гороховской 81 и Горбуновой 31. Теперь власти просчитывают, сколько требуется средств, и их будут выделять из бюджета. Средства переведут на счета ЖСК, созданных на этих проблемных объектах. Экономика на 101 FM. Школьников чаще будут привлекать к труду. В уходящем году на временные работы направили более 6 тысяч подростков. Правительство собирается в следующем году цифру увеличить. В 2021 году в мероприятиях по временному трудоустройству подростков приняли участие более 460 работодателей. Теперь в число работодателей хотят включить государственные образовательные организации. Подметание дворов, ремонт в классах, покраску деревьев, подсобные работы на предприятиях власти воспринимают не только как способ занять детей, дать возможность заработать 1,5 минимальных пособия по безработице в месяц, но и как меру профориентации. Экономика. И в завершение о курсах валют. Доллар на сегодня 73 рубля 41 копейку, официальный евро стоит 82 рубля 87 копеек. Анна Лапшина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.